Привет, друзья! С вами Ян Пучков, я у себя в гараже. Сегодня 31 декабря, заканчивается 20-й год. Год был очень насыщенный. Год был очень страшный. Местами он был интересный, хороший. Разнообразный был Новый год, вот этот 20-й. Точнее, старый год уже. Новый нас ждет завтра. Сейчас я пару слов вам расскажу, что у меня здесь, какие мысли. Поздравлю вас. В общем, вот оно место, где я записываю свое видео. Вы все прекрасно знаете мой гараж. Здесь много появилось чего интересного. Что-то отсюда уехало к другим хозяевам. Это я про мотоцикл, про Avenger. У меня постоянно какое-то движение здесь. Постоянно какие-то, прошу прощения, какие-то изменения. Вот у меня пришли, например, от компании Givi такие вот подарочки интересные. Видите? Это у меня два комплекта новеньких кофров боковых. Они будут ставиться либо на доминар, либо на боксер, на любой мотоцикл. Это, конечно, уже они проданы. Есть еще такие, так что кому нужно, обращайтесь, но эти два комплекта уже проданы. Это багажная система, это боковые рамки на мотоцикл боксер. Вот туда я буду ставить. Буду ставить такие кофры. Хочу, чтобы у меня было все в одном стиле. Вот это вот все будет, вот это все отвинчиваться будет на 20-м годе. Вот посмотрите, какая штука. Вам так показать-то. Вот там. Видите? Сварка лопнула. А я думаю, что здесь дребезжит постоянно. Вот здесь вот лопнула сварка, и все это дребезжит. О. Вот такая штука. Но это я все сниму. Здесь будут боковые рамки, и туда нужно будет поставить подножки для заднего пассажира. Дальше. А, по багажным системам, в общем, кому надо, обращайтесь. Будут вам и боковые рамки, и кофры, все, что нужно на боксер, на доминар. В принципе, на любой мотоцикл, который вам интересен. Обращайтесь, все обсуждаемо. А, с меня, конечно, любая консультация по установке. Любая консультация по мотоциклам, все я вам расскажу, покажу, поделюсь опытом, потому что прийти к чему-то правильному, прийти к чему-то такому, чтобы было грамотно сделано, радовало тебя в путешествиях, было применимо, а не просто вот ты по незнанию купил что-то и потом только выбросить это. То есть я поделюсь своим опытом с любым, кто обратится ко мне. С любым клиентом, кто со мной сотрудничает, кто у меня что-то покупает. Год был сложный, действительно. Изменилось многое. В общем, кофры, багажные системы, рамки на любой мотоцикл. Обращайтесь, и мы с вами все обговорим, кому интересно. Все это будет вам подобрано, правильно подобрано, отправлено в целости и сохранности. И даны рекомендации, полный контроль и ведение, чтобы у вас это все нормально встало и вы пользоваться этим могли, а не просто вам втюхать что-то. По сидушкам. Это сидушки из новогодней партии, 8 штук. Это все будет отправляться, наверное, уже после Нового года, конечно, в январские праздники в какие-то. Вот, все это клиенты ждут. Я еще займусь переделкой седла на боксер и, наверное, переделка седла на доминар. Вон оно там стоит у стеночки. Знаю я, как его переделать надо. Еще у меня будет подробное описание одного из седел. Мне прислали на переделку. Оно переделано другим ателье, другими мастерами. Вот. И как бы клиент его прислал, жалуется на то, что ездить невозможно. Он зря не послушал меня сразу в роликах. Он прислал его на переделку. То есть мне сейчас придется переделывать, так вот, сделать что-то подобное из седла, которое сделали другие мастера. Это я вам покажу отдельно в другом ролике. По поводу гаража.
Хочу сказать, что заниматься с техникой, какими-то мотоциклетными делами, хранить где-то вот весь инвентарь для путешествий и так далее, это все, конечно, очень хорошо, если у вас есть гараж. Гараж сухой, я вот сейчас понял, уже вот повозившись в разных гаражах, это у меня вот второй гараж, я понял, что без печки в гараже делать нечего. Вот она там стоит, вентилятор от нее отгоняет тепло, разносит по гаражу. Без печки даже нечего соваться в холодное время. Это все очень нужно, потому что все сыреет, намокает, мотоциклы они в сырости, тут большая влажность развивается, если не протапливать помещение, но находиться здесь и чем-то заниматься. Даже чайник кипятишь, когда вся эта влажность будет на холодном металле оседать. У меня мотоциклы они в тепле, в сухости, я протапливаю каждый день. У меня вон там и дрова уже заканчиваются, там эти брикеты, вот. И отработка в дело идет для растопки. Масло Лукойл себя показало как хорошее масло. Я не собираюсь от него отказываться. Оно у меня и в следующем году, видимо, будет. Этот товарищ у нас на обслуживании. После Нового года мы плотненько займемся им. Будет вторая серия. Боксером, установкой вот этих боковых рамок. Есть особенности установки. Ну вот как-то так. Я планирую в следующем году съездить еще раз в горы. Но в сами горы я не поеду, наверное, на Доминаре. Я поеду на боксере. В планах у меня сделать какую-то перевозку. Либо если мы поедем с кем-то, то может быть и на боксере поеду. Но для этого нужны кофры. Еще мне придет красивый кофр задний от компании Givi. Я его покажу, сниму. В общем, как-то так. Я, ребята, рассказываю вам, как есть на самом деле. Я не привык как-то врать. И поэтому вот весь мой опыт, которым я делюсь, он только... Это мое субъективное мнение, мое субъективное высказывание по поводу техники, с которой я общаюсь, по поводу оборудования, которым я пользуюсь. Если что-то плохое, я об этом рассказываю. Если что-то хорошее, тоже об этом рассказываю. Поэтому вы просто принимайте это к сведению. Это я говорю тем людям, которые негативные комментарии пишут, которым что-то не нравится или еще что-то. Вы просто примите это к сведению. Нужна вам эта информация, не нужна, это ваше дело. В общем, ребята, уходящий год 20-й был разным, тяжелым. Он был очень интересный для меня, насыщенный. Абсолютно-абсолютно разный год. Я не могу ему дать характеристику, хороший или плохой. Скорее всего, год был хороший, потому что я люблю любые проявления нашей планеты, нашего мира. Мне нравится любая погода, любые года. Но, конечно, насыщенный очень год был. Это хорошо. Я желаю вам, чтобы вы в следующем году сумели провести время с пользой. Не потратили его впустую. Начинайте готовиться к сезону прямо сейчас. Начинайте, потому что потом у вас не может не получиться, не успеете, опять год пролетит впустую. Очень много мыслей, которые я бы хотел помимо мототемы обсудить с вами. Это касательно семейных отношений, это касательно мужчин, которые покупают мотоциклы, уходят от каких-то проблем, хотят что-то, какую-то свободу почувствовать, каким-то там одиноким волком стать. Ну, в общем, много чего бы я хотел обсудить, но, наверное, уже это будет в следующем году. Я очень всех люблю, уважаю, ценю каждого своего подписчика. Те, кто не подписан и смотрят, ну, конечно, это ваше дело, но я рекомендую подписываться. Подписывайтесь хотя бы на канал. Вам это не сложно кнопочку нажать, а для меня это все-таки хоть какое-то продвижение канала. Вот. В общем, ребятки, поздравляю всех с Новым годом. Желаю всем не тратить время впустую, не обижаться на людей, на каких-то, не злиться, не держать в себе. Потому что мужчины, они живут меньше, чем женщины.
у них переживания намного сильнее, чем у женщин. Если женщина поконфликтовала с вами там еще где-то, она через 15 минут с подругами уже будет хохотать в голос, ей уже без разницы, она забыла про это, а мужчина может себе это держать, и накапливается у него это. Старайтесь учиться этому у женщин. Легкому, здоровому пофигизму. Такое должно быть. Именно точно так я исправляюсь с негативными комментариями. Вы думаете, что меня это сильно задевает? Нет. Именно потому, что я с легким пофигизмом отношусь к людям неумным, которые пытаются меня задеть. И тем не менее, желаю успеха, удачи всем нам, всем вам, компаниям мотоциклетным, дилерам, дистрибьюторам, быть умнее, быть опытнее, быть клиентоориентированнее, пусть техника будет хорошая, не ломается, пусть она стоит достаточно немного, пусть техника будет доступная. Очень хотелось бы мне в новом году ездить на новом мотоцикле каком-нибудь, но пока что-то не получается, слишком много трат и непредсказуемое будущее. Неизвестно, что будет. Всех с Новым годом, ребята! С новым счастьем! С вами всегда ваш Ян Пучков. До свидания!